Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселился удивительный сосед. Мы с соседями не знали и не верим и себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Па-па, ва-па-ра-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па, ва-па-ра-па-ра-па, ва-па-ра-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па. Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок, у него свои заботы, начинается урок. Ва-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па, ва-па-ра-па-ра-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па. Ровно в пять слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа, спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба. Ва-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па, ва-па-ра-па-ра-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па-па. Те, кто музыку не любят, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я, что... Па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па-па, ва-па-ра-па-па. Я очень плохо слышу, друзья. Еще, еще, еще! Ла-па, ла-па-ра-па-па-па.